Здравствуйте, я Кирилл. Хотел бы, чтобы вы сделали игру 3D Action. Суть такова: пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. Если пользователь играет эльфами, то эльфы в лесу домики деревянные нагибают, солдаты дворца и злодеи. Можно грабить караваны. И эльфы раз лесные-то сделают тут так, что там густой лес. А движок можно поставить так, что вдали деревья картинкой. Когда подходишь, и они преобразуются в трехмерные деревья. Можно покупать и тому подобное. Возможности, как в Daggerfall. И враги трехмерные тоже. И труп тоже 3D. Можно прыгать и тому подобное. Если играть за охрану дворца, то надо служиться командиром и защищать дворец. А злого имя я не придумал. А шпионов и партизанов и эльфов. И ходить на набеги, на которого из этих эльфов злого. Ну, а если за злого, то значит шпионы. Или партизаны. Эльфов иногда нападают. Пользователь сам себе командир. Может делать, что сам захочет. Прикажет своим войскам с нами напасть на дворец и пойдет в атаку. Всего в игре 4 зоны. То есть карта, на ней 4 зоны. Одна зона людей нейтрал, зона 2 императора, где дворец. 3 зона эльфов. 4 зона злого. В горах, там где есть Тайрофорд. Также в игре могли не только убить, но отрубить руку. Если пользователя не вылечат, то он умрет. Так же, как выколоть глаз. Но пользователь не может умереть, а просто полэкрана не видеть. Или достать, или купить протез. Если ногу тоже либо умрешь, либо будешь ползать, либо на коляске кататься. Или самое хорошее — поставить протез. Сохраняться можно. 2 года такую игру хочу.